Здравствуйте, дорогие телезрители! Благодарю всех за интерес, проявленный государственному языку. И должен вам заметить, вам сегодня повезло, потому что на нашей передаче вы сможете научиться говорить на казахском языке легко и просто. Менханат Тасилеков, сәлеметсіздер. Мен көкшілермен таңыз болыңдар. Естай. Ассалаумағалейкум, ағайын. Және құрлан. Армысыз оқушылар. Ситуативный казахский сабақтарымызға қош келдіңіз. Сейчас идет месяц уразы, мусульманского поста. И на сегодняшнем занятии мы узнаем о ней побольше и научимся выражениям для поддержки постящихся и используем в ситуациях с уразой связанных. Я думаю, что все понимают, что цель этого урока не разговоры о вере или тем более религиозная пропаганда. Это этнолингвокультурологический аспект языка, если хотите, который, конечно же, очень важно знать. Ураза является одним из столпов мусульманской веры. Всего их пять. Первое – это калима. По-русски шахада, декларация веры о единобожии и признание пророческой миссии пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалам. Второе – это намаз, 5 ежедневных обязательных молитв. Третье – это ураза, пост во время месяца Рамадан по лунному календарю. Четвертое – это зекет, ежегодный налог в пользу нуждающихся в размере 40-вины, то есть 2,5% от имеющегося у мусульманина богатства. Пятое – это хадж в Мекку. Среди этих пяти столпов ислама самым главным и обязательным является калима, то есть человек, произнесший «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расул Аллах», считается мусульманином. Мусульмане, соблюдающие уразу, воздерживаются от еды и питья в светлое время суток, от рассвета до заката. Ураза «кабул болсын», говорят им, чтобы поприветствовать и поддержать. Ураза «кабул болсын». Ниеттерің қабыл болсын. Иман байлығын берсін. Алла жеңілдігін берсін. Утреннее до восхода солнца принятие пищи носит название сарисе. Завершив его, постящийся объявляет о своем намерении держать пост в течение предстоящего дня. Таңертеңнен кешке дейін Алланың ризалығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім. Аллах Олок. Вечернее принятие пищи, разговение, называется аузашар или ифтар на арабском. Перед началом принятия пищи произносится: «Я Аллах, бір өзің үшін ораза ұстадым, бір өзіңе иман келтіріп, бір өзіңе сенім арттым, сен берген несібеңмен ауыз аштым». На аузашар приглашает не только соблюдающих уразу верующих, но также и людей, не соблюдающих пост, так как считается, что и организаторы, и участники ритуального принятия пищи получают саваб. Состоятельные люди, бизнесмены, зачастую накрывают столы для аузашар в кафе и ресторанах, куда могут прийти не только родные и знакомые, но и просто постящиеся люди. Раньше в степи был широко распространен обряд жарапазан, ныне почти забытый, когда во время аузашар дети пели у домов постящихся специальные песенки, получая взамен вознаграждение в виде лакомств. Основные благопожелания в этой ситуации следующие. Алла тағала баршамыздың оразамызды қабыл етсін. Келесі Рамазан айына дейін бізді аман жеткізсін. Отбасымыз аман болсын, еліміз көрге е берсін. Отанымызға береке, бірлік, ынтымақ берсін. В период оразы каждый мусульманин должен выплатить пітр садака. Это обязательный налог, который выплачивается в мечеть в денежном эквиваленте 2 килограммов пшеницы. Месяц Рамадан, в казахском произношении это Рамазан, это священный месяц, в котором пророку Мухаммеду, саллаллаху алейхи вассалам, был ниспослан Коран. Месяц, в котором одна из 10 последних его ночей является ночью исполнения желаний – Кадр Түні. Ураза завершается тривиальным праздником – Ураза Айт. Верующие люди празднуют окончание месячной аскезы, которую они с честью выдержали. Это время примирения, прощения, совершения благодеяний и раздачи милостыни. Осми бугунгу сабагымыз тамам. Ситуативный казахский бағдарламасын АБТВ арнасының әлеуметтік желілерінен сайт және YouTube-тан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы ағайын. Келесі кездескенше оқушылар. Көріскенше, күн жақсы. Сау болыңдар.